Всем привет! Сегодня у нас 16 июня 2020 года. Показываю вам десертный, очень сладкий сорт вишни для свежего потребления. Сорт встреча. Плоды довольно-таки крупные у этого сорта. Загрузилось неплохо в этом году, даже несмотря на весенние заморозки до минус 9. Были тогда, когда она цвела. Ну, урожай можно видеть, вот есть. Сейчас я покажу со всех сторон. Я залезу в дерево. Плоды вот сейчас сорву. Положим на веса, посмотрим, какой вес. Посмотрим, какая косточка, продегустируем вот в руке. Вот такой вот размер плодов. Сорт на данный момент полностью поспел. Но в этом году чуть-чуть опоздал со сроками поспевания. Из-за холодного мая, дождливого и июня. Но сорт, вот, видно, не трескается, не гниет. Сорт отличный. Деревья этого сорта компактные. Сейчас я покажу дерево, отойду. Покажу нагрузку. Вот так вот смотрится дерево этого сорта. Высота его 2,5 метра. Дереву около 7 лет. Так вот подходишь, вроде вишен нету. И сейчас залезу в крону, вовнутрь и покажу. Ой! Что тут вишенка висит. Тут внутри все красное. Урожайность неплохая, несмотря на плохие погодные условия. Вот так вот, внутри все в вишне. Ой, неудобно. Вот такой вот у нее урожай. Несмотря на приморозки в период цветения сорта. Черешин у нас в этом году нету. Все побило морозом, но эта вишня есть. Сорт очень вкусный. Это для ценителей сладких десертных сортов вишни. Вишня, скрещенная с черешней. Так называемый дюк. Вот переспевшие вишенки есть, вот подгнивают, но не трескаются. От гнили ничем не обрабатывал. Но это единичные плоды. Так в основном вот видно, они все целые. При обильных осадках сорт не лопается. Не наблюдал я, что лопается. Когда переспевает, может подгнивать. Но он еще такой еле розовый, он уже очень сладкий, этот сорт. Он реально десертный, очень вкусный. Его вот сажать именно для свежего потребления. Не для переработок, а для еды. Сорт не кислый, кислоты в нем практически нету. Одна сладость. И сорт очень крупный. Сейчас я положу, нарву на весы. Посмотрим, какой вес, какая у этого сорта косточка. И продегустируем вкус. Вот такая красавица. Всем рекомендую этот сорт. Сорт замечательный. Так, сейчас будем рвать и ложите на весы. Так, нарвал я вишни. Сейчас посмотрим, какой у этого сорта вес. Примерно где-то грамм 8. 7, 8, 9. Да, 8-9 грамм. Вес хороший для среднего раннего срока созревания. Вес, я считаю, отличный. Тем более сорт очень сладкий. Вот 7 грамм есть. В среднем 8. В среднем 8 грамм. Вот такой вот в руке красивый крупный сорт. Сейчас давайте посмотрим, какая косточка, какая мякоть внутри. Вишня очень вкусная, вот именно для еды, для потребления в свежем виде. Давайте сейчас разрежем. Мякоть сочная, красного цвета. Давайте посмотрим по соку. Сока очень много в этой вишне.
капается. Сочный сорт. Так, давайте сейчас попробуем, продегустируем по вкусу. Сорт тает во рту. От косточка ее. Даже нету 1 грамма. Очень маленькая. Отделяется хорошо от мякоти. Крупный размер. Реально тает во рту. Сорт сладкий, не кислый. Я думаю, что этот сорт понравится многим за свои вкусовые качества, за десертные. Класс. Ну, сейчас давайте 2 косточки поужин, сколько они будут весить. Очень маленькие. Легкие, маленькие. В основном 1 мякоть. Такая вот косточка у данного сорта. Советую я всем. Сорт суперовый, бомбезный. Довольно-таки урожайный. Деревья компактные у этого сорта. Большие не растут. И хорошо плодоносят. Несмотря на весенние заморозки, несмотря на погоду 2020 года, все знают, что урожай очень скудный в этом году в связи с теплой зимой, сухой весной, плюс дождливый май и холодный май. И сейчас дожди тоже идут, вот сейчас дождик капает. Черешня, вишня это не лопается, не гниет, имеет вот такой товарный прекрасный вид с отличными вкусовыми качествами. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.